Случилось, Антошка? Волк скотину задрал. Дядька народ собирает. Быстрее, мужики, поспешать надо. Покуда они сыты и далеко не ушли. Ступай домой. Староста, волки опять. Может, помочь? Вы же не о нашей деревне, барин. Ехайте, куда ехали. Мы сами управимся. День добрый. Павел Сергеевич, позвольте с вами? А, утро доброго, Иван Александрович. А чего ж не позвольте? Поможете, заодно и развлечетесь. Какая еще забава в наших краях? Пострелять, да. Девок помять. Не угораздило же вас, Иван Александрович. Парень, знать, перебежали вы кому-то дорожку, кому-то из елагинских. Знать бы кому. Со временем узнается кому. Ушел. Матерый. Представь, гуляем мы с тобой по Парижу в нарядах, а кругом дома каменные, выше часовни нашей. Страшно поди. Барыней покойный пахнет. А ты не нюхай. Фу, проветрить бы. Ой, Вась. На, обронила. Увидишь. Скоро эти платья все мои будут. Ну, кучи. Ширной ты, барин. Дрожишься. Испугалась? Не от того. От чего же? того, что не надо нам с тобой больше видаться. Нехорошо это. Да что ты такое говоришь? Почему же? Грех это. Ну вот грех и есть. Василёк, милый, неужели ты думаешь, я тебя оставлю? Ванечка, так ты ж барин, а я девка дворовая. Что же между нами быть-то может? Не говори так, не смей. Я тебе вольно у Елагина выкуплю. Обвенчаемся. В крайнем случае сбежим. Но я никогда, слышишь, никогда тебя не оставлю. Веришь мне? Просто говоришь, верю. Веронечка. Василий на войну поехал, дым надеженька уходит. За им послы тонат, дым надеженька уходит. Сами он за реку ходил, держи взял вот. За гостиницу спасибо. Да не надо было. Свататься к тебе приду. Соглашайся, старостихой будешь. Пойдем со мной. Василёк, я сказать хотел. Не от меня, так от других узнаешь. Что? К нам гости приехали. Я ж вроде как жених, и маменька наставили, что венчались, но ничего такого не случилось. Как венчались? А как же я? А как это же это? А мы, а я? Василёк, милый. Её милой зови. Василёк, но Марья мне как сестра. Но мы же не виноваты, что нас в детстве обручили. Обручили? Вот я дура. Куда же я смотрела-то, а? Василиса, я тебе обещаю, я с ней поговорю. Поговорю. Обронили, сударыня. Василиса, сестра твоя? Да, сударыня. Укажи сестре, где ее место. Иди-ка ближе, научу как. Таном едем. А зачем? Старой барыне помочь прибраться. У ей-то своих девок нет, так я на нас у барина попросила. А Пушкин? Вы слышали про Пушкина? Кто это? Это маленький гений. Представьте, смуглый, кучерявый рабчонок. Ну, какие манеры! А стихи? Ай, какие он пишет стихи. Хотите, я вам что-нибудь прочту? Мария, я должен с тобой объясниться. Говори, Иван, ты первый, потому что и мне есть что тебе сказать. Мария, я не смогу стать твоим мужем. Прости меня. Да ведь и я тебя, слава Богу. Что? Мое сердце не с тобой, Вань. Это правда? Конечно. Вась, а пойди-ка сюда. Чего? Глянь. Голову он тебе дурил. Помолвку скоро объявят. Думаешь, чем мы тут все так подчищаем? Красоты наводим. А ты же думала. Она графиня. У нее вон денег немерено. А ты девка крепостная, так. Для забавушки. Сиди. Чего пришла? Согласна, Максим Петрович, выйду за тебя, коль берешь. Что ж, счастью вашему противиться не буду. С Богом ступайте. Просватана! Просватана! Эй! Просватана! Василиса за Максима Кожана! Просватана! Береги, барин, не ходи туда. Пусти! Ты поиграешь и бросишь, а она потом как жить будет? Брось, пошла! Василиса! Назад иди! Назад иди, сказал! Пусти! Прочь пошел! Будя, барин, квиты. Она уже все решила. Василиса. Тихон! Собирай мои вещи! Быстро! Далеко собрался. Бог вам судья, маменька. Я завтра же уезжаю в полк. Да як же ты живешь? Глянь, вонь кругом. Пока любила, жила. А теперь уж все одно. Слухай меня. Я твоим кожаным место выхлопочу. Только поначалу и он должен барина попросить. Уймись, Дашка. Я уж тебя однажды послушала. Смотри назад. Петя, держи спину ровно. Завтра первый зимы бал. Мы так давно не были на балах. И завтра Ванечка приедет. Я так по нему соскучилась. И я. Только с ним о деле поговорить хочу. О каком? Хочу к нему в полк. Смешной ты, Петя. Кто ж тебя возьмет-то? Рано еще в полк. А вот и нет, Когда француз нагрянет, все порадуемся. Смешной же ты все-таки. Маменька, а вы поедете с нами на бал? Закончились мои балы. Поверьте, господа, Наполеон великий человек. Он несет народам просвещение. Так что же, свободы людишкам? Возможно. Я не против. Помилуйте, Павел Сергеевич, мы обречем наших людей на скитание и бедность. Русский крестьянин темен и бескультурен. Неужели? А вот вам пример. Василиса Кожана, моя крестьянка. Подойди к нам. Свободно говорит, читает и пишет на французском. Правда, Васька? Зря смеетесь, господа. Alors, переведи-ка, милая. Дама отстегнула цветок от своего корсета и бросила его кавалеру. Васька? Я не понимаю. Прочь пошла. После поговорим. Нет, господа, вы меня не переубедите. Этой стране нужен Наполеон. Пардон, господа. Ваше Величество, вы слышали меня? Ваша армия боготворит вас. Гвардия пойдет за вами повсюду. Но эта страна, она поглотит и растворит нас. Ради чего? Каждый раз, когда я выхожу на поле битвы, где я могу быть убит, как и любой из моих солдат, мне страшно. Но я каждый раз иду вперед, превозмогая себя. Это и есть величие, мой друг. Займись детьми. Здравствуйте, Николай Александрович. Пойдемте, пойдемте. Поздоровайтесь, Павел Сергеевич. Василиса. Василиса, постой! Меня убегаешь. Не поговорить со мной. Да зачем, барин? А может, ты права. Я ведь тоже убежал. Забыть тебя хотел. Не вышло. Дня не было, чтобы не думала о тебе. Не гляди на меня так. Дурно стало. Нет. Такой тебя и помню. Только роднее. Может, моя вина во всем. Да только отвечать теперь перед Богом. Не твоя я, Вань. Венчаная. Ваше императорское величество, разъезды докладывают, что армия Наполеона в огромном количестве перешла Неман. Война. Не посрамим честь наших отцов и дедов! Как они, храбро сражаясь, умирали за Россию, так и мы, если суждено, умрем! Но не отдачи им родной земли! Миру и смерть красна. За царя и отечество! По моей команде на правый фланг! Врага в пику! Вперед! Сон страшно приснился. Спи, спи. Ложись, Василиса. Спи, Максим. На этой карте нет моста, но рядом деревня. Мост должен быть. Мы срочно должны найти переправу, пока не прибыла французская армия. Вы едете туда. Да, мы, капитан. Не шуметь. Осторожно. Вперед. Господи, прошу тебя, защити его. Ими милосердие от бед освободи, яко благо человека любит. Будь крепостью и ограду ее от врагов видимых и невидимых. Прошу, огради, живы в помощи Вишнего, кроме Бога Небесного во дворице, речет Господи, заступником Моисея, прибежищем ее, Бог мой, и уповаю на Него. Я, который избавится от сети ловчи и от словеси мятежно, причма своими осенитя, и под крылья его, надеявшийся оружием, будет тебя истина его. Прошу тебя, оружие могуществом твоим, облеки его, крепи силою твоей, спаси, сохрани его, Господи. Не убоявшись от страха ночного, от стрелы летящей во тьме, от вещи во тьме приходящей, от зрящей и беса полуденного. Одет от страны твоей от тысячи, и тьма не знает тебя, к тебе же не приближится. Облеки его, крепи силою твоей, спаси, сохрани его, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятая Богородица, спаси, сохрани раба Твоего Иоанна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Месье! 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 Я вас умоляю! Кантана! Не трогайте крестьян! Мы не убийцы, мы французы. Мадам, я прошу вас принять мои извинения. Как вас зовут? Василиса. Имею честь. Уходим. Уходим отсюда. Честная, что случилось? Макар, ты что натворил? Батюшки. Гришка, а? Ну давай воды, тряпок неси. Сейчас. Павел Сергеевич. Христом Богом, выслушайте. Василиса, я сам. Что еще стряслось? Павел Сергеевич, я отца родного просим, защитите рабов ваших, Макара и Авдотью Зыковых с детьми. От чего их защитить? Ты толком говори. Убили они 3 супостатов. Что? Те дочку их хотели снасильничать. Да вы понимаете, что теперь будет? О, Господи. О, дикость. Какая дикость. От меня-то вы чего хотите? Зашити, барин. Выдадим Зыковых. Как? Мы же сами накажем. Не выдавайте французам. Пьяных же сразу казнять. Что значит не отдавайте? Они французов убили. Барин, дозвольте, я скажу. Поперек мужа идешь? Больно дерзкие вы с сестрицей. Что одна, что вторая. Так защищались Зыковы. На их же стороне правда. Война идет. Какая правда? Колеса их начнем отдавать. Все потеряем. Ты что несешь, девка? Опомнись! Павел Сергеевич, Христом Богом молю. Павел Сергеевич, Блие приехал. Все, ступай. Павел Сергеевич, поговорите с ним! Поговорите с французом! Оба ступайте! С глаз моих! Павел Сергеевич! Ступай! Василиса! Где они? Я не знаю. Не смей врать. Где вы прячете убийц? Они не убийцы. Солдаты дочь их насиловали. И что? Разве вы не привыкли к этому? Вы же рабы. Разве ваши хозяева не так же ведут себя с вами? Где Зыковы? Не знаю. Ты понимаешь, что мои солдаты могут устроить в селе резню? Помоги мне. Как? Приведи ко мне Зыковых. Я обещаю устроить своего рода справедливый суд. Ты можешь поговорить с ними? Я попробую. При других обстоятельствах мы могли бы стать ближе. Ну, а верить-то можно яму? Не знаю. Может, в лес вам бежать, Макар? Не. А ежели французы и вправду деревню пошлют? Народ-то при чем? Ну, вяди меня к нему, потолкуем. Ну, с Богом. Алиса, ты что тут делаешь? Ее-то за что? Не ее место. Я староста, я сяду. Максим, блин, я обещал выслушать Макара и судить по справедливости. Домой иди, домой иди. Макар же, а Блия же обещал по справедливости. Так почему его нет? Куда их везут? Домой иди. Я прослежу за справедливостью. Maintenant, faites descendre les prisonniers du chariot. Allez, descendez, vite, descendez. А як же справедливый суд? Вы же обещали. Слушаль, слезай. Va-t'en. Ну вы же обещали суд, ну. Давай, беги. Давай, беги. Лезь, беги-ка. Давай, беги. Оп. Пока. Бегите, К лесу давай. Можу? Как же мы все могли-то? Не уберегли. Что мы можем, Василиса? Драться мы можем. Драться. Успокойся. чего пришла? Ну, говори уж. Ванечку твоего убили. Врешь. Врешь. Кто сказал? Элен приходила. Сестра его. Нет. Я верю. Я верю. Нет, не верю. Матушка его слегла от горя. Не верю. Не верю. Бади. Бади, ко мне. Ты прости меня. Грешная перед тобой. Это я все подстроила. Не помешай я вам с Ванечкой. Он бы жив был. Ты прости меня, слышишь? И помолись. За меня и за Ванечку. И детишек не бросай. Прости меня. Прости. Такие белые-белые. У кого? Да у молодой барыни. У Елены. Кожа прозрачная. Жилки видны. Где был? Лады, Дань. Французам помогал. Грабленное зерно в амбар клали. Сволочи картавые. Вот толку от них. Орды лишние. Прокормимся. Чем? Барину дали, французам дали. Зима впереди. Ты уж прости, что я их не оставила голодом-то помирать. Дети ж. У этой детки такие титьки, что Гришка скоро косой станет, а работать перестанет. Они на гумне работают. Чем они тебе мешают? Рязановы они. Стоим тут тихо, спокойно, не шаляемся! Тихо, спокойно! Стоим спокойно, говорю! Не шаляемся! Василиса, стой тут, не ходи никуда! Все, тихо, тихо! Разберемся! Остановите! Господа, не оскверняйте храм! Я прошу вас, не оскверняйте храм! Стой! Ты куда, малец? Домой! К мамке иди! самой? Обойдусь. Ох. Хлеб совсем не осталось. Надо по миру идти бы. Куда идти-то? И так уж в лес загнали, как зверей. Ну так тогда с голоду помрем. А думаешь, люди подадут, если француз забрал? Что здесь, что там, все одно помирать. Нет. Нет. У французов хлеб возьмем. Видела я, как они с деревень зерно-то везут. Там по две подводы, по 5 солдат, а нас тут душ 40, половина мужики. Неужто не сдюжим? Бог нас смирению учит, щеку подставить. Но ведь есть же такой край, когда понимаешь, что переступишь все, душу продашь. Когда ближнего твоего у тебя ж на глазах, а ты стоишь и молчишь. А нельзя молчать, воевать надо. А Господь нам поможет. Но ведь поможет. Не мы же войну начинали. Не мы к ним пришли. Вы мне читали уроки о том, как прекрасен ваш уклад, как послушны ваши рабы, как свято они любят вас. А теперь ваши рабы бунтуют. Они убили наших солдат и захватили обоз. И я за это пойду под суд. Друг мой, вы не смеете со мной так разговаривать. Хорошо. Они преступники. Ими руководит ваша девка, Василиса. Я знаю. Мы найдем способ вытащить ее из леса. Позовите вашу наперсницу, Дашку. Месье звали? Звали, месье? Ты ведь говоришь по-французски? Да, нас с сестрой учили вместе. А результаты между тем разнятся, судя по акценту. Вы близки с сестрой? Да. Тогда помогите мне ее спасти. Скоро удача изменит ей. Ее убьют в бою или повесят. Я хочу помочь ей, спасти ее. Но для этого мне нужно, чтобы вы выманили ее из леса и передали мне. Вы меня поняли? Да. Только у меня одно условие. Не припомню, в какой момент мы стали общаться на равных. Дам я тебе Василису, а ты с ней в Париж и меня возьмешь. Ваша наглость не уступает лишь вашей глупости. Так мы договорились? А в чем задумались, ротмистр? Мой дом находится в 10 минутах езды отсюда. Какая-то тревога. Ну так давайте заедем. Нельзя, депеш. Не знаю. Если бы моя семья была рядом, я бы заехал. Поступим так. Вы поезжайте, а я вас в скором времени нагоню. Иван, мы поедем с тобой. Сапега остается за старшего. Вы меня слышите, поручик? Есть. Ну, пошла! Вперед! Дашка. Барин. Я это. Не признала? Так сказали, будто уберите. Жив, как видишь. Мои где знаешь? Все закрыто, ставни заколочены. Чего молчишь? Так померла ж барыня-то. Мама? Как? Как услыхала, что убили. А Петя, Элен? Да, детки в лес погорельцами. Ушли. А Алешеньку скоро бы в город забрали. А Василиса где? Блея француз сильничал ее. Так теперь при себе прислугой держит. Веди к нему. Да погоди. Ночью поведу. Куда сейчас? Все, барин, дальше сам. Зайдешь через людскую, подымешься там наверх и в опочивальню. Парню усопший. Там он. Там учитель ейный. Спаси тебя Бог, Дашка. Каюсь, плохо о тебе думал. Да всех война мерит. Браво! Отдаю честь вашей страсти, но не вашему уму, ротмистр. Отдайте оружие. Ну что ж. Бросайте оружие, ротмистр. У меня на вас другие планы. Мить, Мить, сходи, торопиться надо. Ты прости, не пойду. А кроме тебя некому, Митик. Спасать надо Ваську. Значит, жив Ваня? Жив, жив. Только ненадолго. Блин, его казнить хочет. Одно только остановить может. Что? Говорит, коли сама придешь, отпустит барина. Да врешь ты все. Василиса, нельзя ему верить. Да чего ж вру-то? Вот и письмецо есть. Ты обещал его отпустить. Обещал. Не так быстро. Продолжим беседу у меня. У тебя будет возможность доказать, что ты не враг французской армии. Знала я, что верить тебе нельзя. Но все же ты пришла. У меня не было выбора. И все-таки я надеялась на твою честность. Василиса, у меня тоже нет выбора. Завтра на рассвете я повешу вас обоих. А твои люди разбегутся сами собой. Решай. У тебя еще есть время. Я никуда не пойду. Уведите ее. Мы выживем. Слышь, обязательно выживем. Обещаю тебе. Я же уже умирал. Умирал уже, это ты меня спасла. Да как же это? Ранила меня, сильно ранила. День и ночью о тебе думала, только лягу. Уснул, ты мне снишься. Благодаря тебе и выжила. Сейчас обещаю тебе выживу. И дети у нас будут. Сколько Бог пошлет. Двое, трое. Как назовешь? Алёша. А если девочка родится? Машенька. Идут. Рано же еще не рассмела. Ванечка, люблю тебя больше жизни, люблю, всегда любила. Знаю, как я тебя люблю. Ногу давай. Давай. со мной дети на дороге схватят. Давай! Иди с нами. Идите вы. Я грех на душу взял. Я не отвечу. Идите! С Богом! Я грех на душу принял. Я отвечу. Не могу. Я отпущу тебя. Не отпущу. На миг не отпущу. Не могу я своих бросить, понимаешь, Ванечка? Не могу. Однажды же бросила, когда за мной пошла. Так они же сами отпустили. Как же я теперь их брошу? Не могу. Тогда пообещай, что дождешься. Пообещай. От кого? От князя Кутузова, Ваше Величество. Читайте. Всемилостивейший государь, припадая к стопам Вашего Императорского Величества, поздравляю вновь с победою. По сути, прошу вас, ближе к сути. Совершенное разбитие 4-го корпуса французского. Одних пленных 3062 пушки, множество раненых. Так, казаки делают чудеса. Вступайте. Слушаюсь, Ваше Величество. Наконец-то рапорты главнокомандующего звучат как стихи. И быстро понеслись потоком враги на русские поля. Пред ними мрачная степь. Лежит во сне глубоком, дымится кровью земля, и села мирные, и град во мгле пылает, и небо заревом покрылось вокруг. Леса дремучие бегущих укрывают, и праздный в поле ржавит плуг. Идут, их силе нет препоны, все рушат, все свергают в прах. Сразились, русский победитель, и вспять бежит надменный гал. Но сильного в боях небесный Вседержитель лучом последним увенчал. Вместе не уйдем. Давай ты туда. здесь как? Давайте взяли и в лагерь его тащили. Стойте, слушайте. Слушайте. От Красного этим трактом движется отряд. Там дармесы, сотня конников. Тихо, тихо, голубочка, тихо. Тихо. Есть причины, полагаю, что Наполеон. Нужно срочно доложить в ставку. Представишься воротом брата нашего, яко блага чокана без Бога. Оставляй грехи, потребляй неправды, оставь, прости, Боже, согрешил невольно, невольно работал. Я нашел этого убитого лазутчика. Прикажите ему перевести. Объясните вашему. Переведите. Почему? Почему вы позволяете разговаривать со мной в таком тоне? Переведите. Донесение генералу Бениксену. По нашим сведениям, командующий французской армией Наполеон намеревается бежать в направлении Орши 12 ноября сего года. Проезд по Смоленскому тракту затруднен. Продолжайте. Здесь кровь. Крайне возможно, что Наполеон сократит себе путь, проехав лесной дорогой близ деревни Елагина. Неужто сам Антихрист, а? Наполеон. Так ведь против его идти. Что против ведмедя с одной рогатиной? Да что мы можем, Василиса? Задержать можем. Нам всего-то стоит путь ему преградить. Просто задержать в пути. А к тому моменту уже гонца в армию пошлем. А? Эх вы, мужики! Мужики! Бабоньки, ну что же вы? Если мы его-то возьмем, война-то сразу кончится. Для тебя кончится, для тебя, для них, для всех сразу! Ну? Че, замолчал? Говори, коль начал. Ну, моего брата убили. Убили? А кто их привел сюда? Он привел Антихрист. Так получается, пьем все зло-то. И тятеньку они моего убили. А получается, что права, Василиса? Надо идти. Ну, а что тогда думать? Все одно помирать. Надо все вместе быть. Я с вами пойду. Вздумала тоже. Гриш. Ну что, Гриш, куда ты попрешь? Через французов? Через бои? Мне проще, на меня меньше подумают. Ты что, хочешь, чтобы тебе подстрелили? Бабье, что ли, дело? Ты как разговариваешь? Простите, барыня. Антошка! С ней до деревень поедешь, коня назад приведешь. Гриш, подойди сюда. Ближе. Чего ты его поцеловал? Поругали же только что. Иван, ты не представляешь, какая гостья у меня в палатке. Идем скорее. Эскадрон Орлова в седло. Слушаюсь, ваше светлость. Лена. Ваня. Леночка. Братик мой, живой. Леночка. Ванечка. Родная моя. Господи, шрам-то какой. Как же ты повзрослела. Элен просто красавица. С таким-то лицом шутите вы все. Иван, если бы ты знал, какую весть нам принесла Елена. Однако ближе к делу. Ты же хорошо знаешь эти места. Конечно, здесь вырос. Возьмешь своих гусар, эскадрон Орлова. Предстоит вылазка. Быстрая и решительная. Проехать надо. У нас дом там. Дом проехать надо. Нам бы проехать. Нет, нам проехать. Нам бы только проехать. Нет, нам проехать. Ну что, есть повреждения? Не похоже, мой капитан. Император! Император! Что случилось, мой капитан? Партизаны. Они пытались напасть на нас, но мы их уничтожили. Сегодня мне придется казнить тебя и твоих товарищей, хотя я сочувствую тебе. Так отпусти меня. Отпусти меня. Я могу спасти тебя. Ты можешь думать, что я сумасшедший. Слушай меня, я умоляю. Я вывезу тебя отсюда. Поверь мне, я сделаю тебя счастливой. Но я здесь родилась. Здесь жила. Если надо умереть, умру здесь. Сейчас не время для красивых слов, Василиса. Если ты откажешься, то через час будешь повешена. Душа бессмертна. Что ты сказала? Ничего. Вы все равно не поймете. De Василиса. Acte de banditisme et de sabotage. Sont condamnés à mort par pendaison Василиса Кожана, Antip Kromov, Timofey Petrov, Sébastien, son nom de famille, Grégory Coffin, Anton Coffin, ainsi que Piotr Rязанов, malgré la gravité de leurs crimes, seront graciés en vue de leur jeune âge. Почему? Потому что Потому что вы еще дети. Ай! Олень! А? А як же вы? Я не пойду, я с вами. Пусти, пусти, грядущий! Антошка, стой! Антошка! Василиса, ты нам як мамка был. Прости, як мамка. Иди уже отсюда, ну. Allez, viens là, viens là. Allez, dégage, dégage, petit morveux. Allez-y. On leur passe la corde au cou. Allez, allez vite, dépêche-toi. Vite, vite, allez, espèce de salon. Allez, vite, dépêche-toi. Espèce de salon, dépêche-toi. Василиса, я даю вам последний шанс. Еще не поздно сделать выбор. Что ж, это ваше решение. Continuez! Pourquoi vous vous arrêtez? Простите меня. Простите, что потянула. И ты прости нас, Василиса. Простите. Православные, простите и помолитесь за нас. Русские, Господи Иисусе Христе. Вешайте их! Василиса. Родная моя. Василёк. А так долго. Прости меня. Прости, Василёк. Родная моя. Родная моя. Честнейшую художественную славнейшую бессрамную Серафим, без искления богослова росшую сущую в горости величаем. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарю Тебя, Господи.